Заместитель председателя Чугуевской райгосадминистрации Вячеслав Караселев часто совершает рабочие поездки по району. Вот и на этот раз Вячеслав Владимирович вместе с заведующей сектором по вопросам опеки и попечительства службы по делам детей Еленой Альхимович и наша съемочная группа посетил ряд семей в различных населенных пунктах Чугуевщины. Первым местом визита стало село Лебяжье. Здесь расположен дом семейного типа, где проживает приемная семья Трохимченко, в которой семеро детей. Мы посетили эту семью в первой половине дня, а поэтому застали дома только маму Елену Викторовну, муж Алексей Николаевич на работе, старший сын студент на учебе, трое деток в школе, еще трое на оздоровлении в санатории, рассказала нам мать большого семейства. Трохимченко живут дружно, делят все хозяйственные хлопоты. Десяток курочек, три поросенка. Ну, мы как, хоть одно зарезали, все равно какое-то купили. 2-3 поросенка у нас, а то и 4 всегда в сарае. Мальчишки в основном, конечно, там и вычищать, и все. И студент приезжает, говорю, мясо любишь, шашлык любим, значит, говорю, любим и навоз. Вячеслав Карастелев говорит, навещать семью Трохимченко всегда приятно. В доме уютно, а хозяева гостеприимны. С возникающими проблемами члены семьи в основном справляются сами. Стараются и родители, и дети. Трохимченко мечтает приобрести дом по соседству. Все-таки для 9 человек 3 комнаты маловато. Возможно, скоро это желание исполнится. Елена говорит, соседи ради удобства их семьи даже готовы переехать в другой дом, чтобы свой продать приемной семье. А мне подходит только по соседству. Ну, удобно, конечно. Да, удобно. Два дома, все. И здесь, как... через заборчик, через все. Да, спокойно. Там уже газ паровой поменено, все. Там вот из этой комнаты сделана ванная. Вот здесь бы пригодилась помощь властей, по крайней мере, семья Трохимченко на это надеется. Покинув Лебяжье, едем в Базалиевку. Вячеслав Карастелев и Елена Альхимович хотят навестить семью «Недушка». Это многодетная семья, к тому же неполная и проблемная, говорят специалисты. Уже довольно длительное время средний сын Саша не посещает школу. Подростка не могут заставить это сделать ни учителя, ни социальные службы, ни мама. И сейчас твои права нарушаются, ты сам их нарушаешь. В итоге виновата мама, потому что она нарушает твои права, она не обеспечивает тебя так, как это необходимо. Мама и так штраф заплатит. Она заплатит, и ее привлекут к административной ответственности. А это судебное заседание. Мама заплатит штраф. Вам это нужно. У мамы много денег, Саш. Я просто не понимаю, сколько это можно оттягивать. Мы уже... Вот полтора года мы занимаемся этим вопросом, я, по крайней мере, лично. Полтора года. И мы каждый раз, жалея, чтобы вы не заплатили штраф, чтобы вы лучше сделали здесь ремонт, чтобы вы что-то купили ребенку. Мы не подаем в милицию, мы не можем так, чтобы вас не наказали. Ну сделайте, значит, вы с ребенком поговорите так, чтобы он все-таки ходил в школу. Директор Базалиевской школы Валерий Жадан говорит, и в харьковский интернат мальчишек «Недушка» отправляли ввиду тяжелого материального положения семьи, но те не захотели там находиться. Младший сын Игорь ходит в 9 класс местной школы, а Саша должен посещать 10. Олександр Недушка, він закінчив 9 класів, але справа в тому, що знову ж таки ні в училище нікуди він не поступив. Оскільки знаходиться на території нашої школи, ми були зобов'язані взяти його в 10 клас. Ходив через раз, потім зовсім перестав ходити, неодноразово. Я їздив, сільська рада звідти не виходить, і класні керівники телефонують, завтра поїдемо ми в Харків, ми справочку зробимо. Ну так, на цьому все зупиняється. І з адміністрації В'ячеслав Володимирович приїжджав, і сім'ї молоді люди були. Да и жилищные условия «Недушка» оставляют желать лучшего. Обшарпанные стены, в доме практически отсутствует мебель, отопление, печное. Очевидно, эти люди находятся в затруднительном материальном положении. Мать Оксана Николаевна работает дояркой в агрофирме «Базалиевский колос». Понятно, на скромную зарплату не развернешься. Но женщина даже не оформила бумаги для получения статуса многодетной матери. Хоть и небольшая, но была бы помощь от государства. Оксана говорит, ей это не нужно, а ремонт потихоньку сделает сама. За год у вас изменения есть в лучшую сторону. Потому что то, что я видел в прошлом году, это был ужас совсем, сейчас стало лучше. Но ведь это надо, вот сейчас секретарь
сельского совета говорит, что предлагали помощь и соседи, предлагали помощь и сельский совет, не стоит же в стороне. Нет, за сельский совет я вообще молчу и ничего не хочу сказать плохого, потому что они всегда помогают. А соседи, ну да, предложили помощь. Стоит только обернуться, то писка жалко, то еще что-нибудь. Поэтому я к ним и не обращаюсь, и не хочу даже. Я стараюся в цю сім'ю приходити майже кожного місяця. Із Оксаною Миколаївною спілкуємося ми дуже часто, але крім обіцянок я не бачу нічого. І сусіди допомогу обіцяли, пропонували, і сільська рада. Але кроку на зустріч ми з боку мами ми не бачимо. Ніхто не спорить, одной піднімати дітей невероятно сложно. Оксана Недушка говорить, гордиться старшою дочерю Насті. Дівчинка учиться в одному з харківських технікумів. Но вот сына Александра на путь истины наставить никак не может. Практически в одиночку занимается воспитанием детей и Вера Василенко из села Коробочкино. Но назвать эту семью неполной язык не повернется. Вера Григорьевна, имея одного ребенка, взяла на воспитание еще пятерых. Теперь у нее и ее матери Александры Дмитриевны дом семейного типа. Обе женщины невероятно энергичны. Сразу видно, детей очень любят. В доме уютно и пахнет вкусной едой. А во дворе почти уже достроен еще один дом. Семья ведь большая, нужно расширяться. Пусть выделяются копейки, пусть выделяется то, что может быть невозможно там сделать все в идеале, но они же куда-то идут. Идут, идут. И это видно куда. Мы можем посмотреть и на детей посмотреть, что они чистые, причесанные, умытые, и в школу ходят, и тетрадки у всех есть. Девочки у меня помогают, как бы на кухне помогают, картошечку чистить, хлебушек резать, стараются. Что наоборот, им как бы за радость просят, мама, давай я помогу то, давай я это самое, как бы они посуду любят мыть. Саша у нас очень хорошо учится, да. Вот, Саша ездит на олимпиады по всем предметам, по алгебре, да. Был, почему-то, по физике, по был. Физике, как бы занимается мальчик неплохо, да, помогает. На вот. На огороде у нас все свое. Сегодня мы видели три семьи, такие разные и в то же время похожие, мать и дети. Решусь сделать вывод, то, какая в доме обстановка, напрямую зависит от членов семьи. Финансово сейчас сложно многим, но если есть желание плыть против течения, то перемены к лучшему обязательно наступят. Да и привить любовь к труду своим детям тоже может каждый, если, конечно, не страдает инертностью и полным безразличием ко всему вокруг. Наталья Жмурко, Александр Гудименко, телерадиокомпания «Слобожанка».